Оскар Уайльд когда-то сказал, что лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми. Поэтому по программе народного депутата Украины Александра Пресмана львиную долю внимания уделяют, конечно же, детям. В этом году народный депутат ввел новый проект по страхованию детей округа. Фрунзовский район стал первым, и перед зимой здесь застрахован 2281 ребенок школьного возраста от несчастных случаев. Вот это страховой полис, вот это список на 213 деток, обучающихся в Перекрестовской школе. Это страховой полис и список я хочу передать вашему родительскому комитету и, так сказать, дай бог, чтобы это никогда вам не пригодилось. Потому что в канун зимы, вы знаете, травматизм, особенно детский, к сожалению, возрастает. Так вот, всевозможные вот эти неудачные приземления будут компенсированы страховой компанией, и этой суммы будет вполне достаточно, чтобы очень быстро и качественно ребенка поставить на ноги. Подякую Олександру Семеновичу, що з його підтримкою наші діти відвідують також і Одесу, і столицю нашої України. І ми надіємося, що, тобто ми знаємо, що така людина, як Олександр Семенович, зробить все для наших дітей, не забуває за такі великі, тобто невеликі школи, як наша. Ми дуже йому щиро вдячні. Аналогов проектов Александра Семеновича нет. Это касается и страхования детей, и уже ставших традиционными каникул с Пресманом, в которых уже побывало 7 тысяч детей всего 139 округа. Эта программа продолжает свою жизнь. У нас стартует очередной этап. Зимние каникулы, осенние в силу обстоятельств не состоялись. Зато будут яркие зимние каникулы. 25 декабря на Одесском вокзале традиционная, уже очередная традиционная встреча народного депутата с школьниками 139 округа. Зустрічалася я з Олександром Семеновичем Пресманом, возила дітей на Новорічну ялинку, на Морвокзал три рази, да? На 3D в цьому році були діти-інваліди в нас їздили. Діти під опікою їздили на Святого Миколая в минулому році. З задоволенням запрошуйте, завжди будемо їздити, завжди будемо раді. Діти особливо. Їздив неодноразово на канікули з Пресманом, з Олександром Семеновичем бачився не перший раз. І у Фрунзівці, і в Одесі також бачився. Ну, хочу, по-перше, від себе подякувати Олександру Семеновичу за те, що він робить для нашого району, для нашого селища, для нашої школи і особливо для нас, дітей, які навчаються в Тишанському навчально-виховному комплексу. Ще що хочу сказати, що він дуже-дуже піклується за нашу школу, дуже піклується за наших людей. Людина, можна сказати, з великої букви. Ще хочу його поздоровити з наступаючими святами, побажати йому всього найкращого, такого натхнення, яке в нього є, щоб в нього воно було завжди. Ну і всього йому найкращого. Мені неодноразово випадала нагода їздити до Одеси на канікули із Пресманом. Це було позаминулому році і в минулому році. Також у цьому році влітку мені випала нагода з'їздити до Києва. Мені дуже сподобалась Києво-Печерська лавра. Я завжди мріяла відвідати саме цю лавру, але не було й можливості. А коли сталася така нагода, то я була дуже захоплена. Це відчуття не можна передати словами навіть. Сподобалося відчуття. Це неймовірно, навіть і відчуття, і атмосфера. Та взагалі все, і споруда. Це незрівняно. Мені здається, що в нас більше немає такої споруди і немає за межами. Не можна такого знайти, відчути саме тут, у нас, на нашій батьківщині. І я дуже вдячна. Уже ставшие традиционными еженедельные рабочие поездки по мажоритарному округу показывают, что работы ведутся постоянно и охватывают все сферы социальной жизни людей. Начатые осенью работы по строительству теплых туалетов в Новобориссовской школе продвигаются. И ученики, и преподаватели стремятся закончить их перед Новым годом. И, конечно же, Александр Семенович им в этом помогает. Работы земельные мы уже закончили, слава Богу, успели до морозов. У нас, значит, уже заведены в санузлы водопровод и канализация. Морозы уже ударили, но у нас уже все, земельные работы закончены. Значит, остаются внутренние, пол мы уже залили,
уже хорошо, но сохнет медленно, потому что на улице холодно, минус. Есть куплена вагонка на стены и на потолок. Надеемся, что к Новому году мы закончим внутренние туалеты теплые, будет деткам тепленько. И Александра Семеновича приглашаем на открытие наших теплых санузлов. Канализация готова, пол залит, закуплена вся сантехника и вагонка. Осталось только в силу наступивших морозов дождаться, пока затвердеет залитый пол. Еще одни строительные работы ведутся в детском садике села Новоборисовка Великомихайловского района. Именно здесь была начата реконструкция здания под строительство нового пищеблока, которого так не хватает этому детскому садику и его работникам. За допомогою батьків ми привезли пісок, дідусь наш привіз пісок. Батьки папи викопали нам траншею, каналізацію допомогли. Ну, чим можуть, теж батьки допомагають. Необхідно, напевно, піддержати ці стіни наші. Вони дуже без фундаменту, по-перше, треба їх піддержати, викопувати, там фундамент заливати, стягувати, бо стіни розходяться прямо, ну, всі стара будь-яка. Її, по-моєму, десь 70 років це точно є. І треба знаружі зробити, іменно закріпити такі стіни, скріпити. Еще многое предстоит сделать, но самое главное, что работы уже ведутся. И этим людям есть у кого попросить о помощи, на кого надеяться и рассчитывать. Как говорит и сам народный депутат, дети – это наше будущее, а будущее должно быть счастливым. Также Александр Семенович считает, что без духовного воспитания нельзя обойтись. Поэтому в 139-м округе ремонтируются и строятся духовные обители. 19 сентября был заложен фундамент церкви Иннокентия Одесского в городе Раздельное. А сейчас уже работники занимаются созданием арочных перекрытий. За 3 месяца церковь показалась из земли, был построен монолитный пояс. Монолитный пояс сделанный, колонны залиты, перешли до перекрытия. Перекрытие монолитное будет. Это арочное перекрытие. Сейчас мы варим каркасы, устанавливаем. Все. Если погода поможет, в этом году попробуем залить. Работы по облагораживанию всего 139-го округа ведутся постоянно. Тем самым народный депутат показывает, что избирательный период – это всего лишь месяц, а народные избранники на округе должны работать, не покладая рук, чтобы люди ощущали их постоянную поддержку и участие в жизни округа.